Друзья, если вам нужен максимальный левел или куча денег в GTA 5 онлайн, тогда заходите в мою группу по прокачке. Мы только что открылись, поэтому всем сделавшим заказ прямо сейчас, дарим бонус 25% к сумме вне зависимости от заказанного пакета. Работаем со всеми платформами, ссылка и все подробности в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Юра Чедони, и, ребятушки, сегодня у нас битва воров в GTA 5. Ну, куча андер, пацаны! Что ж, клоун обратно достал свои шмотки, все, Новый год прошел, хорош, как говорится. Ребят, сегодня мы в районе яхт-клуба. В общем-то, здесь гостиница, здесь хорошая парковка богатая. В общем-то, погнали искать машины. И, ну, кстати, давай. После Нового года денег не осталось, мы на BMX-ах опять. Ну да, все раздали все подарки, как бы все, да. А, чё? Чё? Чего? Чего? Ну нихера себе! Я просто не успел заехать, вдалеке увидел тачку, я ее забираю как бы сразу. Я нашел то, что мне понравилось довольно-таки. Да? Да. Так, ну, я не ожидал, если честно, увидеть это здесь, но я раз так, да. Ты что, ты понимал, стоял не на парковке, а где-то там сбоку? Ах ты, жопа. Так, спана. Да садись ты, господи. Так, ну, контраст. Нет, тут так не работает. Тут так не работает ни сегодня, ни повезло, ни подфартило. Так, окей, просто первую тачку сходу, ребят, нашел, даже парковку еще не смотрел. Так, Морган. Астон Мартин, это что? Это Ягуар вроде, еще Ягуар, чё? Чё там у тебя прям вообще так, такое? Так, Макан. Слушай, тут R8 такая, Liberty офигенская. А, Корвет, но нет, спасибо, я помню, на этом Корвете как-то катался, мне не понравилось, под слово совсем. Так, о, красивенько. BMW i8 какая-то такая новенькая, такая прикольная. Я да? Я прям машину, братан. Всё, уже? Мне все хорошо, да. Я, короче, нашел тачку, довольно-таки дорогую тачку, я ее заберу. Ну, я... Сам ты сак. Я в маске, ты ничего не видел. Так, слушай, а вот это нормально. В кожаной. Да, в кожаной. Так, Оникс. О, в смысле, блин. Вообще, 5,8 лямов нашел, прикинь, даже не думая забрал сразу. Прям вообще хорошо, ребят, Бугатти и Дэвил, мне кажется, что это хорошая подборочка. На самом деле, Оникс-то и Спана тоже не простаки. Микаса мне, кстати, нравится, так у Титанов надо до конца досмотреть. А Махасля. Короче, ребят, тачки получили. Как всегда, прокачиваем, ставим нитро, заряжаем по полной и идем на испытание. Давай. Итак, ребята, сегодня у нас битва не только быстрых машин, но еще как бы машин за хорошие деньги. Как бы у меня кэш на сколько, 7 миллионов примерно баксов, ну, у тебя там, ну, меньше ляма, но тем не менее интересно будет посмотреть, стоит ли отдавать такие бабки за тачку. Раз, два, три. Так, ну... Ну... Серьезно? Видимо, не стоит. Ну, я тебя догоняю. По тормозам и там норм, на самом деле. Ну да. На самом деле, я тебя догонял, но догонял в самом конце Дэвил. Ну, Дэвил стоит своих денег, 100%. Ну, Дэвил, о, да, 600, 700, 800. Ты, конечно, не самые быстрые скорости, но охренеть, ты как через забор с той стороны... А, чего? Синхрон, видимо. Ты у меня врезался, да, из той стороны забора, знаешь, как этот, обитель зла, помню, была сетка такая лазерная, там, мужика в мясо, ты так же как будто пролез, просто чё. Ладно, ребят, первый балл за мной, мы идем на дерби, посмотрим, что наши тачки покажут там. Итак, ребята, дерби, две тачки, две жизни, нужно уничтожить обе машины противника, поехали. Понятно. Я сразу взял пушку. Что, по тормозам? Я знал, что по тормозам у тебя их нет, я знал это, да! Сработала даже тактика бесконтактного боя, друзья. Тактика бесконтактного боя. Я знаешь, что это вспомнилось? Мем, где там пацан такой смотрит, типа такой удивленный, типа, о! Я мимо проезжаю на твою тачку, смотрю и понять не могу, чего так это было. Жестко было, ладно, поехали. Просто это лайк, это лайк, это было красиво. Ёб твою мать! Ты где? Собака! Чего? Охренеть, ты улетел, что происходит вообще? Так, ладно, поехали, раунд номер 3, короче, уже давай. Так, ну Оникс не настолько страшен. Я думал, я все лечу на самом деле. Я второй раз думал, что ты сам уедешь. Ну, у него тоже тормозов нет, я так понял. Слушай, на самом деле удар Спана в Бугатти меня очень сильно удивил, ты... Хорошечно улетел, трехочковый прям. Ладно, друзья, записываем балл на мой счет и идем дальше. Да, погнали. Так, ребята, третье испытание, смертельные шашки. Едем на первых тачках, получается, до вторых. И на вторых нужно вернуться сюда через трафик. В общем-то, ты готов? Давай. Раз, два, три.
Не пшикай на меня. Так, ну на самом деле здесь прямая, но маневренные качества автомобиля должны быть на высшем уровне. Хорошо ты ушел, прям. Хорошо ушел, да. Так. Напоминаю, что куда вы перестраиваетесь-то так? Просто меня, прикинь, боты закрыли в коробку. Ага. Просто закрыли меня боты в коробку. Не было лимузинов. О, кстати, да. Вот здесь лимузины просто... Да, ладно вам. Короче, у меня все очень плохо. У тебя как дела? Я нормально иду. Да что ты? У меня такое ощущение, как будто весь трафик у меня здесь. У меня он тоже здесь. Ты не думай. Охренеть, просто... Как ты проехал вообще через все это говно? По каемочке, по пробочке. По тротуару с людьми? Да. Охренеть. Причем люди со мной. Охренеть, просто что происходит? Я понял. Так, сосыч. Я уже поехал. Так я тебе... Ёпт. Вот Дэвил, знаешь, что проблема? А. Жалко, я тебе не врезался. Он плывет, да. Он нереально плывет. То есть вы сами прекрасно все видели. А у меня... Что такое? Давай лези ты уже! Что там? Понятно. Я из Дэвила вылазил 5 минут. Да? Я только сел в машину, чтобы ты подевал. А, ну короче, просто. Я уже доехал до финиша, братан, может не... Серьезно? Да. Я только начал ехать. В общем-то, ребята, Дэвил всю малину засрал. Он реально, ну, очень сильно шлифовал, и как бы проехать среди такого трафика на нем, ну, такое себе. Ладно, второй балл насчет Дони, а мы идем на прыжок с трамплина, посмотрим, что наша машина покажет там. Давай. Итак, ребята, прыжок с трамплина, последняя дисциплина на сегодня. Прыгаем на тачках, посмотрим, что из этого всего получится. Бугатти против Спана. Ну, ты под нитро? Да. Самое тупое, что я тебя не догоняю. Ну вот сейчас 600. Только 600. 620. И прыгаю, все, прыжок. Догоняешь, так, ну, да? Перегоняю, а я догоняю. Бодрее, кстати, лечу. Да. Я что-то очень плохо. До стриптиза всего лишь. Даже ну, не долечу. А ты, мне кажется, сейчас чуть дальше отрикотешетишь, да? Нет. Ну мы с тобой в одном месте. Метр буквально разница просто, что? Да. Это интересненько, да. Ладно, погнали за следующими тачками. Давай. Итак, ребята, прыжок с трамплина, второй заезд и, собственно, Onyx и Devil 16. Да, капец. Только что подрубил нитро, что ли? Да. Понятно. Ну, у меня его не шибко много. 10-9. Я ударился как-то странно, но вроде полетел вперед. Ну, я тебя даже обогнал уже. Ауч. Ну, ты выше летишь. А, ну я вижу, я ты. На самом деле, я сначала даже не понял, что ты тоже прыгнул. Так, в бассейн прям летишь? Да не пролетел, но типа такое. Чуть-чуть дальше. На самом деле, опять-таки, смотри, я не так уж и далеко улетел, хотя, ну, я очень сильно ударился. Ой, красиво приземлился. Прям очень сильно. Так, а ты там чё где? Да снизу, смотри, как красиво сейчас. Прям все, я зарезервировал хату на НГ. А, припарковался, типа, нормально. Нашел хату на Новый год. Что ж, друзья, вот такая сегодня получилась серия. Нашли мы, офигеть, какие дорогие тачки. DL16 и Bugatti Diva. Все общая стоимость где-то на 7 миллионов долларов. Мне понравилось. Ну и машину, в принципе, довольно-таки себя неплохо показали. Если вам понравилась серия, поддержите лайком, подписочку оформляйте на канал. Всем спасибо за просмотр и всем покеда. Покедова. Друзья, если вам нужен максимальный левел или куча денег в GTA 5 онлайн, тогда заходите в мою группу по прокачке. Мы только что открылись, поэтому всем сделавшим заказ прямо сейчас, дарим бонус 25% к сумме вне зависимости от заказанного пакета. Работаем со всеми платформами, ссылка и все подробности в описании.